Добро пожаловать в ад. В смысле, это не весь город, только одно здание. Вот это. Наверняка вы себе по-другому представляли это место. А еще думали, что дьявол — это некий тип с копытами, да? Ну что, мы сделали этот мир немного злее. Какие цифры сейчас в Германии? Прекрасные. Разрешите представить вам мой отец? Плюс 2,3%. Особенно в больших городах наши люди чертовски хороши. А что с маленькими? Тоже неплохо. Филинген, Швенинген плюс 0,3, а Берузе плюс 0,7. Почему так мало? Минус 1,5% в Биркенбруне. Да, тут ты сам виноват. Я... Зачем брать на работу одних болванов? Когда я могу? Ругалась с лучшей подругой. Нормально, если я буду ее обзывать. Только обзывать? Распространи грязные слухи о ней. Растопчи ее. Можете мне поверить, когда я выйду, я всем покажу, что значит быть по-настоящему злым. Да помолчи ты. Папа? Что это? У меня перерыв. А у него? Он не хотел делать перерыв. Он постоянно говорит. Это его работа, он твой учитель. Могу я уволиться? Нет. На чем вы остановились? На семи смертных грехах, и как с их помощью сбить человека с пути к добродетели. Ясно. Назови мне пример, где бы ты использовала зависть. Зависть возникает у людей, когда речь заходит о материальных благах. Возьмем, к примеру... Это дизайнерское платье. Все его хотят, но не каждый может себе позволить. Тогда я иду с девочками по магазинам, высмеиваю их наряды и... склоняю их к краже. А когда они это делают, тоже не могут остановиться. Вот и все дела. А что у нас под запретом? Магия. Можно только привлекать и соблазнять, а человек должен сам выбрать путь зла. Прекрасно, молодец. Я же говорила, пусти меня к людям, папа. Подростки. Вы можете идти. Навсегда? Выбор ваш. Либо учите мою дочь, либо сметайте пыль с бабок в подвале. Я выберу бабки. Ну так что, можно? Нет. Я найду тебе нового учителя построже, чем этот шут. Да не нужен мне учитель. Я хочу работать. Мне надоело быть злой только в интернете. Лилит, говорю тебе в последний раз. Ты слишком мала для дьявольской работы. Поговорим, когда тебе исполнится 18. Прости. Дитя,